Никак не затихает коррупционный скандал в Европейском парламенте о подкупе голосов богатыми арабскими странами, получивший название «Катаргейт». Прошел год после ареста вице-спикера Евы Кайли. С тех пор бельгийские власти эту гречанку освободили, но ограничили ей свободу передвижения. Адвокаты утверждают, что была нарушена ее депутатская неприкосновенность и требуют от Европарламента полностью очистить доброе имя Евы Кайли. Двое членов ее юридической команды дали интервью Евроньюз. Then we'll take consequences because we consider it's a fault. It's a personal fault for the persons who are in charge in the parliament for not just agending a hearing. It's a personal fault. It's a violation of EU law. После того, как в брюссельской квартире Кайли были обнаружены сотни тысяч евро, ей предъявили обвинения в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации. Утверждается, что она принимала наличные из Катара, а также из Марокко, чтобы повлиять на политические решения Европарламента. Но ее адвокаты требуют теперь закрыть это дело из-за того, что они называют многочисленными ошибками, допущенными бельгийским следствием. Они утверждают, что полиция плохо обращалась с их подзащитной. You can call this file anymore Qatargate. That's over. You have to call the file Belgian Gate. Secret services give a report and made a report that they give to the federal prosecutor in April last year. What's very important is that Eva Kaili, her name was not mentioned in that report, so there was no suspicion against her. There were a lot of other suspicions that are against other people, which in the beginning were not disturbed in this file. Юридическая команда Кайли обвиняет судью, которая ранее руководила расследованием, в попытках выгородить других евродепутатов, якобы действительно вовлеченных в Катаргейт. Адвокаты также до сих пор решительно настаивают на полной невиновности гречанки по всему делу. Бывший вице-спикер продолжает ходить на парламентские заседания, пока суд над ней откладывается. Сдвинуть дело с мертвой точки могут выборы в Европарламент.